Пацаны, всем снова привет. Вот все спрашивают, мало информации про прицел оптический. Ну, оптический прицел, как из названия понимаете, это ВОМС Пилат, кратностью 1.2 на 6, ну и линза на 24. То есть сама труба у этого прицела, она идет 30-я. 30-я труба, соответственно, кронштейны 30-е. Он у меня стоит на карабине Вепер 308 уже 3 года. Отстреляла на нем достаточно много уже. Он стоит. Первый дефект у него был — это искажение. Поехал где-то на 300-м, что ли, выстреле. У меня повернулась сетка. Может, чуть побольше выстрелов. Первое время много стрелял по бумаге. Отдал его в ремонт, по гарантии починили, там все проклеили, все сделали. Вот он уже 2 года у меня стреляет, не подводит, все хорошо, не сбивается. Держит после ремонта, он держит. Но ремонт сделан так себе, не очень, потому что кольцо регулировочное ходит достаточно как-то неравномерно. Здесь вот крутилка, линзу, резкость выставлять тоже ходит не очень хорошо. Он регулируется вот здесь резиновое кольцо, скратность 1.2. Вот после ремонта видно, что он немножко не попадает. 1.2, вот. Точка, вот. То есть чуть-чуть не доходит. Соответственно, пошли кратности. 2, 3, 4, 5, 6. То есть максимальная кратность на 6. Ну, идет регулировка резкости. У кого проблемы со зрением. Далее. Два регулировочных барабана. Право-лево, вверх-вниз. Есть модификации с подсветкой, то есть здесь еще барашек идет третий для подсветки, но у меня без подсветки. Сетка у меня идет Милдот, то есть ей можно вычислить и расстояние. Единственное, что мне не нравится, попробую показать. То есть здесь у нас идет кратность от 1.2. Блин, сейчас попробую на телефон заснять. То есть по поводу кратности, когда ты вращаешь на 1.2, нету этого 1.2, то есть ты смотришь как в коридор, делаешь двоечку, и объем, ну, не знаю как инфу, объем, то что ты смотришь, увеличивается. То есть у тебя на 1.2, когда делаешь, идет уменьшение размера. Ну, может, он и есть 1:1, но в окуляр видно очень плохо, то есть уменьшается. Я сейчас с телефоном попробую сфокусировать. Ну а так в целом Милдот, единственное, что у него какая там фокальная плоскость, я не знаю. Когда ты ставишь на 1.2, крест становится очень маленьким, отдаленным. Когда ставишь на 6, он становится жирным. И вот не рекомендую брать такие прицелы, то есть чтобы сетка была всегда одного размера, потому что на 1.2, на 2 его плохо видно, и он без подсветки. Первая фокальная плоскость или вторая фокальная плоскость. Вот поправьте, если я в чем-то не прав. Вот. Вот в этом, в принципе, минус. Остальное это все хорошо. Вот, собственно, ребята, что еще-то про него? Так, нормальный прицел. Сейчас попробую заснять еще на телефон. Какая разница? Вот так вот мы смотрим в трубу. Это 1.2. Вот я делаю. Это 1.2. Да что ж такое? Во. Во. 1.2. Увеличиваем до 2. У нас расширился объем и пошел. То есть вот он. Вот этот переход 1.2, делаем 2, и у нас увеличивается полностью окуляр, и пошло увеличение. То есть в этот момент у нас идет увеличение и расширение объема зрения. Вот это вот жесткий косяк у ВОМЗа. Так, в принципе, все. Всем пока.